Пофиг вообще. Хочу влог. Понятно? Снимать станишки. Короче, купил шампунь, посмотрим, как он будет мыть мою голову. Надеюсь, волосы будут на месте. Планы на завтра, на послезавтра, на послепослезавтра, на... Как у меня хайлайтер. Здесь хайлайтер, а здесь просто жирный блеск. Ну, если честно, ничем не хуже хайлайтера, я считаю. Одно и то же. Прекрасное сияние. Это лоб кто-нибудь посмотрит? Нет? А мне пофиг. Очень хочу кушать и чай пить. А не с чем. Как хочу. Увидимся, когда я что-то поинтереснее буду делать. Хорошо. Ой, вы что, не ушли? Блин. Доброе утро. Я пью чай. Сколько вредного сладкого. Много. Время 11, почти 12. Когда-то, ребят, я просыпалась в 5 утра. Для меня это было типа клёво. А сейчас я такая плохо сыпаю к 12 и типа не клёво. Короче, я чай пить. Что со мной? Со мной все хорошо, просто меня изнасиловали. Hello. Время 2 часа ночи. Трэш. Это я, которая уже неделю, месяц, год, пофиг, собирается рано вставать. Дэйм. Дэйм. Чем показать эклеры, которые я купила в перекрестке. Красивые, вкусные. И уже наполовину съедены. Не мной, конечно. Простите, вы немножечко охладитесь, пожалуйста. В холодильнике. Блин. День был такой, как бы насыщенный, но как бы не насыщенный, как бы нормальный. Но, короче, можно было снять булочку, показать интересные роллы. А, да, актуально. Короче, увидимся. Не знаю, сейчас за день. О, сейчас уже воскресенье. Ну, короче, увидимся утром, наверное. Наверное, если вспомню. И снова здравствуйте. Вы видите? Как вы видите? Как вы видите? Не видите? Смотрите. Уже не утро. Уже день. Проснулась ли я утром? Нет. Что в планах? В планах ходить так везде. Нет, но было бы клево. Да. Я соберусь такая и поеду снимать тики-токи. Ты зыришь? Я пошла. Я веселый таракан. Я бегу, бегу, бегу. Я веселый. Косяк. Еду домой уже. Всем привет, я не дома, прикиньте, да, снимаю. Короче, вот решил взять телефон. Смотрите, где я. Я приехала сюда, чтобы поесть пиццу. Пальчики оближешь, очень вкусно, советую. Нахожусь в Саларьево. Мы находимся в Саларьево. Я ищу дорогу. А я нашла цветочки. Погодка на улице, конечно, прохладная, знаете ли. Бы лето, но плюс 20, плюс 19 где-то градусов. Очень холодно. Клёв, спасибо, классно. Муа, от души. Приехали в какую-то залупу. Залупинск. Добро пожаловать. Мы вернулись домой. Ой, смотри, как красиво. Бегу-бегу! 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 Время 11:30. Сидим в глобусе. Точнее, в этом же торговом центре. Саларьево. Хаваю салатик. А он съел вот эту вот огромную упаковку Цезаря, которая рассчитана явно не на одного человека, но бывает. Я ем крабовый салат, я не хочу его есть. Он вообще не вкусный, но я очень голодная, и поэтому я его ем. Потому что мне просто больше нечего есть. Вы когда-нибудь ели в крабовом салате капусту? Я тоже, нет, с сегодняшнего дня. Капуста в крабовом салате. От Цезаря немножко перепало. Я это не вырежу. Это все на протяжении всего ролика. 10-часовая версия. Самое вкусное из всего, что мы взяли, это чипсы с беконом. Мы купили зато вещи. Смотрите, какие камни.
Вау. Ужасный салат. Это курица. Срочное включение. Это не крабовый салат. Этот салат называется Глория. И поэтому, наверное, в нем капуста. У тебя там крабовые палочки, яйца, кукуруза, все как крабовый салат, но еще плюс капуста. Где мои яички самые? Срочное включение. Я доедаю чипсы. Дай. Ну, столько можно. Твоя вода. Вот твоя. Ахо. Давай потремся. Всем снова здрасте. Сегодня вторник. Да? А сегодня уже вторник. Я вот такая вот вся. Красивая такая. Аня тоже ничего. Мы почти по-разному оделись. Мы идем вот сюда. Вон. Вон. Будем кушать KFC. По нам видно, что мы любим покушать. Да, нам еще нужно в ресторан и в твой зайти. Там скидки. Все, больше нечего сказать. Я не знаю, как учиться день недели. Что я не снимала. Я какие дни не снимала. Скоро будет год. Я много где бываю впервые. Вот и здесь тоже впервые. Короче, сейчас я иду хавать блины. Oui.